Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Красная зона». О сериале. Красная зона – это не зона коронавируса, куда разрешен вход только врачам. Это зона, куда врач заходить не должен, зона равнодушия и апатии, зона коррупции и рвачества, трусости, жадности и подлости. На пути к этой зоне стоит главный герой, в прошлом подполковник медицинской службы ВСРФ, вернувшийся после службы в Сирии, а ныне талантливый хирург Иван Андреевич Хлебников, занимающий должности главврача 1-й ГКБ в городе, где он рос, учился в медицинском институте и проходил практику молодым интернам. Он чувствует ответственность за то, что здесь происходит. Дело в том, что при его предшественнике в больнице сложилась совсем нездоровая обстановка, процветала коррупция, честные врачи увольнялись, а их места занимали равнодушные и не всегда компетентные медики, но корыстные и преданные бывшему руководству. В итоге в учреждении появились медицинские менеджеры, а с ними платные услуги. Хлебников, привыкший к строгой дисциплине, намеревается наладить работу больницы по тем принципам, в которые верит. Пытаясь объединить врачей, чтобы отстоять единственную в городе бесплатную больницу, он сталкивается с более страшной проблемой – пандемией. В экстремальных условиях ему предстоит спасать не только пациентов, но и врачей, причем от такой болезни, от которой нет вакцины и аппараты ALV бессильны. 64-я серия. Хлебников узнает, что его бывший сосед, бомж Соломеев, в тяжелом состоянии, но до сих пор не на ALV, Иван Андреевич обвиняет Сафонова в халатности. ПЦР-тест Хлебникова отрицательный, он может покинуть красную зону. Ивану неожиданно приходит идея, как можно помочь пациентам, которых не спасает ALV, для этого необходимо дорогостоящее оборудование, но Сергеев отказывает в содействии. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.